понедельник в Самарской области будет пасмурная погода, выпадет снег, станет холоднее. Температура днем минус 9, минус 11, ночью 15-17 градусов с минусом. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-9 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, осадки в виде снега, днем минус 10 градусов, ночью 15 ниже 0. Ветер северного направления 8 метров в секунду. В Тольятти небо в облаках, небольшой снег. Днем минус 10, ночью 16 градусов ниже 0. Ветер северный 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег. Днем 10 градусов ниже 0, ночью минус 16. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.